В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены. Они пройдут по 9 июня. Как и в предыдущие годы, тексты для проведения испытаний и номера контрольных работ по математике объявят в прямом эфире по ТВ. Также они будут сразу размещаться на портале Министерства образования. В стране завершается регистрация на ЦТ. Заявления уже подали около 64 тысяч абитуриентов. Пункты работают до 19 часов. Традиционно больше всего выпускников записались на математику, русский и английский языки. Сегодня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Согласно последним данным переписи, пятая часть Беларуси несовершеннолетняя. В числе приоритетных задач государства – укрепление демографического потенциала. Семьям с детьми оказывается многовекторная поддержка. Белорусские ученые представят на Белагро мороженое и вареную колбасу для вегетарианцев. Международный форум проходит с 1 по 5 июня в Великом Камне. Всего ученые и специалисты Академии наук продемонстрируют свыше 150 инновационных разработок и технологий. Российские вузы в три раза увеличили количество бесплатных мест для абитуриентов из Беларуси. В этом году выделено 700 квот. Чтобы поступить на бюджетное обучение, нужно пройти отбор специальной комиссии. Представители вузов смотрят средний балл, а также научные достижения.